Я хочу вас пригласить на курс кухонной мультипликации. Это будет годичный курс, и в рамках этого курса мы постараемся пройти все этапы создания кукольного мультфильма от самого начала до финала. Вот. И если представить себе, на какие части он будет разбит, то нужно сказать следующее. Первая часть – это будет изготовление кукольной конструкции. Второй этап – это изготовление кукольной головки, потом костюм. И у нас первый этап закончится – это будет готовая анимационная кукла от такого типа. Вот. Потом будет курс по анимации и следующий курс по режиссуре. И в результате каждый из тех, кто учится, должен получить в итоге небольшой кукольный этюд. Намного интереснее работать, когда мы не только общаемся через интернет, но можем и лично пообщаться, и обменяться какими-то знаниями, опытом, просто вместе коммуницировать. Вот. Кроме того, у нас будет помещение и будут, соответственно, мастерские и съемочные места, и это облегчит во многом работу для студентов. Вот. Занятия у нас будут проходить один раз в неделю. С этими помещениями студенты могут и в другое время, то есть можно будет приходить и работать не только в те дни, когда там есть преподаватели. Вот. Кроме того, у нас, естественно, там не один, который будет рассказывать про костюмы кукол. Вот. Будут мультипликаторы, которые будут помогать вести анимацию. Вот. Ну и будут режиссеры, которые будут вести режиссерский курс.